Книга «Открытым оком», 7 том, тема «Богослужение», вопрос 1970. Говорят, что мирянам нельзя проповедовать в храме. А были ли случаи, опровергающие этот нелепый и вредный обычай? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Каримской церкви все могли проповедовать, кто был членом церкви, братом во Христе. 1 Коринфянам, 14 глава, с 30 по 33 стих. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, и духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог есть Бог, не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Если у нас иначе, значит мы или не церковь, или не святые. Согласно ремарке апостола и старца. Жития святых. Александр, патриарх, 12 декабря. Святой Александр впоследствии, когда управлял уже в Иерусалимской церковью, по уважению к дружбе к Оригену, позволил ему говорить поучение в своем присутствии в церкви Иерусалимской, и за это позволение мирянину поучать в церкви и в присутствии епископа подвергся осуждению Димитрия, епископа Александрийского, врага Оригенова. Но святой Александр указал ему на пример других церквей. После он даже руку положил Оригена в пресвитера, через что опять возгорелся спор между ним и Димитрием.